День добрый, дорогие подписчики, зрители канала. Я Игорь Черноусов и очередной ролик из серии о YouTube. Сегодня я вам расскажу о стопроцентной возможности заработать на YouTube, и причем не в каком-то отдаленном будущем, а сразу. Я вам расскажу о специальности, которая называется менеджер канала YouTube. Это новая относительно специальность и очень перспективная. Ролик будет интересен для тех, кто планирует стать менеджером канала и начать зарабатывать на YouTube. Вы узнаете, что входит в обязанности менеджера, чем он занимается, ориентировочно, сколько это стоит. И этот ролик будет интересен тем, кто захочет взять себе на канал на человека, который будет им заниматься, взять себе на работу менеджера. То есть вы узнаете, за что вы будете платить, потому что для многих является тайной, а что же там делают и сколько примерно по времени это занимает. А теперь все по порядку. Значит, первое, что делает менеджер канала YouTube? В первую очередь, конечно, менеджер канала либо создает канал, либо оптимизирует уже созданный канал. Очень часто многие каналы на YouTube не имеют никакого внешнего оформления, никакой внешней оптимизации, а про внутреннюю оптимизацию я и не говорю. То есть задача менеджера канала в первую очередь входит произвести анализ существующего канала и сделать все правильно. Что я подразумеваю под этим, что делается? Это, конечно, тематическая шапка, это ссылки на ресурсы, это оформление главной странички вашего канала, чтобы было удобно пользователям канала перемещаться по вашему ресурсу. Естественно, качественное описание канала с размещением ссылок. Это список каналов, создание плейлистов и так далее. Ну, те, кто в теме, прекрасно понимают, о чем я говорю. Но больше всего, конечно, внимание необходимо уделить это внутренней оптимизации канала. То есть в разделе «Канал» менеджер канала занимается установками, правильными установками загрузки видео, составлением качественного тематического описания, подбором семантического ядра, вот, настраивает рекомендованный контент, настраивает фирменный стиль, настраивает описание ключевых слов канала, привязывает сайт к каналу, что чаще всего необходимо сделать. Это, в принципе, может считаться как единоразово, единовременно выполненная работа. Делается это, естественно, один раз. В принципе, за это можно брать отдельные деньги. Как и многое на YouTube, конкретных цифр по созданию и оформлению канала нет по цене. Я, например, делаю это бесплатно для своих клиентов, когда начинаю раскручивать их канал. И люди, которые со мной работают, в принципе, позиционируются так же. То есть создать и оформить канал для клиента – это наша как бы одна из задач. Но прекрасно понимаю, что за это можно попросить от 1500 и более 1000 рублей. Чем же занимается менеджер канала постоянно? По-простому, конечно, можно сказать следующим образом, что менеджер канала поддерживает постоянную активность на канале. То есть, вот если вы в поиске YouTube отображаете канал, то вот эта вот строчка, где написано «пользователь был активен», она у вас должна быть, ну, где-то вот такого вот вида. То есть, каждый день на канале должна быть какая-то активность. Естественно, всем этим занимается менеджер канала. Почему это сейчас важно? Дело в том, что YouTube – это социальная сеть, поэтому если вы не активны на YouTube, то YouTube вам помогать не будет. Вот основная задача, по-простому, в общем, это поддержание активности на канале. Значит, что же конкретно делает менеджер для реализации этой задачи? В первую очередь, конечно, менеджер загружает видео на канал, выполняя несложные элементы видеомонтажа. Но что я подразумеваю под словом «несложные»? Вот вставить какую-нибудь картиночку простую в ваш ролик, что-то подрезать в начале, что-то там обрезать в конце, паузы какие-то вырезать. То есть элементарные операции видеомонтажа, которые можно сделать в той же самой Camtasia Studio, в принципе, можно возложить на менеджера канала. Но если требуется какой-то более серьезный видеомонтаж, это выполняется за отдельные деньги. Я это сразу же озвучиваю. Далее. Одна из основных задач менеджера – это поддержание активности и сбор
подписчиков. То есть менеджер канала общается с подписчиками канала, отвечает на их комментарии, что-то советует, рекомендует, то есть создает на канале группу людей, которым интересно, что здесь происходит, и эти люди не чувствуют себя на канале брошь. Ведет, естественно, контакты с другими видеоблогерами, и, конечно, менеджер канала занимается продвижением видео. Рассказывать то, что связано с продвижением видео, подробно я абсолютно не буду. Я вам просто покажу вот этот вот чек-лист, который у меня занимает здесь 5 страничек. Вот все вот эти вот действия в полном объеме, в принципе, необходимо выполнять для того, чтобы продвигать ролики на YouTube. А поверьте мне, по временным затратам это занимает от 4 и более часов, то есть в зависимости от того, сколько пунктов из этого чек-листа проходите. То есть поверьте мне, менеджер канала тратит колоссальное количество времени, если он честно выполняет свою работу. Ну, теперь к самому интересному. Сколько же это стоит? Опять же, как я уже говорил в начале, нет четких границ, как и многого на YouTube, то есть четких цифр. Кто-то берет 3, кто-то берет 5, кто-то берет 30 и более тысяч. Я своих менеджеров YouTube, людей, которым я помогаю заниматься каналами, ориентирую на цифру в 5000 рублей. Единственное, что когда идет разговор о работе менеджера YouTube, необходимо определиться в первую очередь с количеством роликов, которые необходимо выгружать. То есть, в принципе, вот за 5000 рублей, выполняя ту активность, которую я сказал, при графике 3 ролика в неделю, в принципе, можно начать работать. Рекомендация тут следующая: понедельник, среда, пятница на канале появляются 3 ролика. Если по каким-то причинам автор канала не может предоставить свои ролики, то мы делаем несколько слайд-шоу, чтобы поддерживать на канале активность. Вот так вот вкратце немножко о работе менеджера канала. Запишу еще один ролик, где я более детально расскажу все-таки о работе менеджера. Потому что если вы получаете доступ к каналу целиком, то есть ведете его практически как автор канала, то я, например, выполняю еще работу, связанную с чтением почты, которая идет на канал, это необходимо. Я поддерживаю страничку Google+. И, конечно, в конце месяца общая рекомендация для всех, чтобы не было потом никаких трудностей с работодателем и у вас, чтобы вы могли честно контролировать свою работу, необходимо создавать отчет. В принципе, об этом я тоже немножко расскажу в следующем ролике. Вот если вам интересно, если вы хотите освоить эту профессию, пишите свои вопросы в комментарии под данным видео. Если вам нужен квалифицированный менеджер канала, опять же, пишите, поможем, подберем ответственного человека, который займется вашим каналом. Вот, и, естественно, этот человек будет работать не один. То есть нас много. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал. Всем удачи!